Вот смотрите, в районе есть бассейн, жара 40 градусов. Он для чего построен? Он должен работать постоянно. Кружки, секции. Скажите, что надо сделать для того, чтобы он заработал? Это, кстати, касается не только бассейна в Романовке, это касается всех бассейнов, которые мы сейчас построили. Вот специально запрошу информацию, как только с вами поговорим, работают ли бассейны в Саратове или нет, в других городах. При такой жаре запускайте бассейн, делайте график, пускай учащиеся приходят, тогда отдача будет от бассейна. Понятно, вот, и рабочий день с 9 и до 9. Вот уже появляются очертания. То, что говорит Андрей Викторович, меня вызывает уважение и надежду на то, что объект будет построен в срок и качество. Сделать, да. Когда нас пригласите на завершение работы? Я думаю, что по первых числах октября мы все доведем. Завершение. То есть при плюсовых температурах вы закончите объект? Да. Давайте бассейн завершаем, и дальше начинаем думать о реконструкции школы, так? Да. В рамках концепции или предпроектных решений, что мы будем делать со школы. Может Хорошо. Быть, здесь еще построим интернат. У нас есть и дети-сироты, у нас есть и малообеспеченные семьи. Но это уже вопрос выбора. Мы начали работы по благоустройству в Балаково, в Пугачеве, в Ершове, в Вольске, в Петровске, в ряде других районов. Решение приняли по благоустройству и начнем работы в Аркадаке, в Турках, в Романовке, в Балашове, потому что создана Балашовская агломерация. Самойловский район не уходит. Это значит, мы должны в первую очередь что сделать? Решить вопросы транспортной инфраструктуры. Вот, допустим, федеральная дорога, она решает нам одну часть проблемы. Дальше, если брать северо-запад, то от Аркадака до Турков дорогу делает Валерий Васильевич. Затем в планах дорогу надо делать от Турков до Романовки, чтобы не объезжали по кругу. Вот этой дорогой надо заниматься. Дорога Романовка-Балашов будет завершена в этом году. И, соответственно, дорога в рамках областного бюджета до Самойловки также в планах. Что касается темы тротуаров, у нас координирует этот проект Андрей Викторович. Он тем более здесь бассейн строил, в Турках строит. Давайте мы ему поручение дадим, пускай изучит. Посмотрим, какой объем необходим. Но, во всяком случае, думаю, что также будем делать, как в Романовке и в Турках. Это в этом году.